МХД на место. Место помните? Ну, я там первый раз был. Ну, первый раз. Вы свой дом помните? Ну, да. Ну, и это называется Михаил Гагарин. Правильно? Визуально-то как? Ну, да. Тебе, ну, как бы, да. Визуально помните? Да. Угу. Так, вы у нас одно, правильно? Да, Олег Полнов, сколько вам? 26. Какую статью вам предъявили? 158. За что? Кражу. Что вы украли? Мотоцикл. Зачем? С целью продать там. С целью продать? Да. Успели продать? Нет. За что вы задержали? Зачем украли? Продать. Чтобы продать? Не успели продать? Просто пришли вот так, увидели мотоцикл, понравился, да? Вы часто вы это делаете? Сколько вам? Работаете? Работаете где? Ну, официально. Неофициально? Подрабатывать. Ну просто расскажите, что сегодня произошло. Вы куда-то собирались, на работу или куда? Не собирался на работу, позвонил охранник нашего дома, сообщил, что мой мотоцикл угоняли. Угу. Вот такая... именно в момент угона, да, позвонил? В момент угона он увидел это на камере. Угу. Позвонил мне. Относился вниз, к сожалению, уже не было угонщиков, но мотоцикл, слава богу, остался. Не смогли они его укатить. Угу. А как вам удалось, вот, что вы вызвали наряд полиции, да? Один из угонщиков находился около соседнего дома. Через какое-то время я его увидел. Угу. Благодаря камерам смог опознать, что это один из тех же угонщиков, который мой, пытались угнать. Пошел за ним, одновременно позвонил в полицию. Полицейский получил указание задержать его. Задержал, дождался наряд. Так вы вообще герой, вы помогли сотрудникам полиции задержать злоумышленника, это очень прекрасно. Спасибо за бдительную позицию вашу. И вы еще второй, я так понимаю, да, спасли? Ну, можно сказать так. Мотоцикл. И что это было? В этот же день? Это эти же люди были, да? Три человека, которые, ну, промышляли, наверное, угу. Не знаю зачем, для разбора или для продажи.
Спасибо.